Ну а сегодня мы с Куалычем сыграли против агростримера. Не слышу агростримера, где? Нет, я что-то немного начал нервничать, честно. Подожди, стой, я зря. Зачем я это сказал? Саня, жесткая начинается. Знаешь, что такое? Объяснять, надеюсь, не надо. Братан, давай я тебе реально какую-нибудь комонку подарю, если ты выиграешь. Комонку? Какую комонку? Алло! Давай, если ты меня выиграешь, я тебе даю свой АВМ. Он стоит, братан, около 100 тысяч комонку. Здорово, киберспортсмены, на связи, как обычно, я Skills. Ну а сегодня мы с Куалычем сыграли против агростримера, и мы должны будем ему задонатить на новый Galaxy набор, если вдруг мы проиграем. Но не нужно расстраиваться, у нас есть шанс выиграть АВМ Treasure Hunter в этом выпуске, друзья. Что из этого выйдет, вы увидите сегодня. Но, конечно же, вас я не мог оставить без подарка. Итоги прошлого конкурса, где мы играли против Сейн, кстати, после этого видео зайдите и посмотрите обязательно, будут в конце этого видеоролика. Поэтому смотри видео до конца. Там ты узнаешь, кто получил 1000 голды из этого видоса. Сегодня я разыгрываю один Galaxy набор. Все, что от тебя требуется, это поставить лайк на данное видео, написать в комментариях свой ID от Stand of 2, чтобы я мог задонить тебе вот этот вот Galaxy набор. И в следующем видеоролике я подведу итоги, пацаны. Поэтому обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. Это самое главное условие. Ну и не забывайте о том, что действует правило, если ты смотришь это видео от начала и до конца и пересматриваешь несколько раз, ты увеличиваешь свои шансы на победу вдвое, а то и в 10 раз. Поэтому мы приступаем к видосу, не будем долго томить. Погнали! Тренировок еще 2 часа. Чем же мне таким заняться? А что же поиграть? Эх, это что такое? Стартовал новый сезон охоты? What the fuck? Это что, лучшая игра в мире Black Russia? Друзья, вы меня очень часто спрашиваете: Саша, где ты проводишь свое свободное время от киберспорта? И я вам отвечу: я провожу его на Black Russia. Ведь Black Russia — это крупнейшая игра с открытым миром про реальную жизнь, в которой ты можешь поиграть со своими друзьями. А также Black Russia является спонсором нашей команды RGG, друзья. В этой игре ты можешь стать кем угодно. От простого работяги до влиятельного бизнесмена с огромным домом и крутыми тачками. Кстати, про тачки. Здесь есть огромный ассортимент машин и тюнинга для них. Множество работ, фракций и развлечений уже ждут тебя в игре. Ах да, чуть не забыл, сейчас на Black Rush проходит крупнейший Black Pass. Сезон охоты с огромным количеством призовым. Поэтому успей пройти его и забрать призы прямо сейчас. Ну и про вас я не забыл. Введи мой промокод SKILL и получай на старте игры самые крутые подарки от меня. Если что, я играю на сервере Воронеж. Все ссылочки на Black Rush, друзья, будут в описании и в закрепленном комментарии. Увидимся уже в игре, друзья. Ну а мы продолжаем. Ну чё, здорово, ёпта, готов? Готов сегодня посрать и получать, я тебе говорю. Сегодня ты у меня отлетишь, как нечего делать. Что ты мне там говорил, подаришь, если я выиграю? Короче, да, это будет секретный, брат, наборчик. Один из трех. Это либо будет Керамбитыч, либо... Да, новый. Я надеюсь, ты потренировался, братик. Потренировал свой авик. Я говорю, я готов, вот так вот тебе просто, пацаны, смотрите, вот это обезьяна. Представьте то, что это скилл, его просто вот так вот. Сегодня, пацаны, полетели, говорю. Всё, мега было, короче, я так понимаю. Но мы запускаем, пацаны, и вернемся уже к игре. В игре. Погнали! Ну чё, Артёмыч, вот мы уже и в игре. Короче, я тебе покупаю набор, если ты выиграешь меня в битве снайперов. А что ты мне предложишь тогда? А, я тебе еще что-то предложи, дурчок, губу закатай, раскатай, ёпта, сиди, губу раскатай. Давай, если ты меня выиграешь, я тебе даю свой АВМ. Он стоит, братан, около 100 тысяч голды. Нет, я что-то немного начал нервничать, честно. Подожди, стой, я зря. Зачем я это сказал? Потеем, как на турнирах. Пацаны, погнали, короче. Я сейчас буду сражаться за АВИК ТХ. У тебя всего лишь какой-то набор за 2000, а у меня сколько он стоит? В смысле набор? Я свой АВИК ТХ тебе отдам, нифига себе. Я буду потеть, как никогда раньше не играл. А, то есть ты уже проиграл. Никогда раньше не играл. Первый килл сюда, на место просто. Не, АВИК ТХ я тебе свой не отдам. Братан, давай я тебе реально какую-нибудь комонку подарю, если ты выиграешь. Комонку? Какую комонку? Алло! Ты сказал... Да нет, я застрял в себе, подожди! АВИК ТХ забрать? Я не успел. Я хотел АВИК ТХ забрать. Он уже разрушает квартиру! Пацаны, остановите его! Все, ребят, ладно, я фулфок, хватит этой фигни. АВИК ТХ я давать не хочу. Все.
Куда ты смог положил? Знаешь, что я сейчас с этой позиции выкинул, смог кинул, да? Как тебе такое? Слабо подпрыгнуть. Какой? Ты прицелил был, что ли? Это что такое было? Короче, я встаю супер нечитаемую позицию просто. Просто это легендарный момент для шортсов в Ютубе. Короче, проходи, братан. Ага, топнул. Нет! Куда ты там собрался? Куда ты? А попочка-то уже стоит? Нет. До свидания. Куда ты? Куда ты там? Шазаник дешманский, какой ты у тебя шазаник дешманский, слышишь? Я тебе предлагаю, выбирай либо тычки Хармони, либо Авик ТХ. Я говорю, я хочу легендарный сделать мув. Короче, встаем вот сюда. И после этого, как только Артем выходит на лонг, я вот чупоньк. Давай, Чиполлино, выходи сюда, иди сюда. Давай, за базар ответишь? Ага, по ноге попал, не считается. Сейчас увидишь. Ты в КТ, ты топнул. Ты лонг. Прикольно, а координации взял. Как дела? Вы видели, он просто на шифте в сайт прошел. Пацаны, просто сейчас будет легендарничка. Не, пацаны, Саня надо по-любому лайк поставить, реально. Саня как бы старается, пацаны. За лайк легендарно. Короче, лови. Ты мне надоел. Сейчас я тебе покажу. Не, я убегаю. Я белый. Дай, блин, что я дал? Вот это реально был красивый килл, братанчик. А у тебя там денег хватает на авик, алё? Битву снайперов он зашел со своим дешманским авиком, еще предложил на него играть. То есть я тебе предложил подарить авик в случае твоей победы, ты говоришь, что он дешманский? Да, у меня легендарный авик, брат. Куда там легендарный, у тебя наклейки бабы какие-то. Ладно, дико это кабан такой есть. На, до свидания. Чё? Пиксель сидит и смотрит, Пиксель просто. Какой ты снайпер после этого? Где агрессия, алё? Я топ-1 ави. Хочешь русский мув, пацаны, запоминайте. Сейчас я вам сейчас покажу то, что вы никогда не видели. Отвечаю такому киловде. Братан, я сейчас сделаю 360 и вынесу тебя ноускопом. 360 и ноускоп. 360 и ноускоп. Я попал! Ребят, я попал! Бла-бла-бла-бла. Наказал кабанчика. Какого кабанчика? Чё это кабанчик? Базар, фильтруй, понял? Вот за это сейчас ты ответишь. Это за кабанчика. Я сейчас гранатами гада такого закидаю. Вот, так это ж сейчас смена сторон будет, а ты мой маленький. Начинается жесткое потиво. Саня, жесткое потиво начинается. Знаешь, что такое потиво? Объяснять, надеюсь, не надо. Давай. Я знаю. Да иди ты в жопу со своим авиком. Ты рай с первого сезона задрот. Ноги разбираем вот так вот, пацаны. Короче, пацаны, я сделал следующее. Я подрубил читиксы. Подожди, дядь, сколько у тебя часов, подожди? У тебя 7 тысяч часов, и ты играешь и ты с читами играешь? И меня до сих пор не забанили, прикол. Ноускопчик. Ноускопчик! Ноускопчик! Что ты там делаешь с бутылкой? Мне страшно, брат. Пацаны, что он там делает просто? Есть. Нихрена он мажор. А ты что думал? И наклеечки подороже, чем твои и тычки Harmony, и Monster M40 стратрековская, блин. И M-K of the Tiger стратрековская. Сейчас дарствуем другие скины, ясно? Ну, с такими скинами только мальчиков цепляют в сэндоке, я думаю. Ха-ха, лови хэдшотик, брат. Алло. Алло, не слышу, агастыра, где? Поиграем с тобой в русскую рулет. Если ты угадываешь, какой авик В2 из них твой, то тогда ты получаешь, короче, ну, можешь убить меня. Если нет, то я убиваю тебя ноускопом. Иди сюда. Один твой. Мне надо мой угадать. Ехала белка на тележке, продавалась, чем решки пососала у Санька. Выходи из круга 2. Не надо! Ну не надо! Подставляй носик, на! Подставляй щечку, сейчас накидаю тебе. А ты сраку свою грязную волосатую подставляй, я не понимаю, я не хочу Виктаха отдавать, блядь. Давай хотя бы в этом осаде вот эту. Пацаны, он сам сказал то, что он играет с читами, я его сейчас вынесу. Нет. Давай. На носков!
сюда, сюда, изи, изи. А Трэшл Хантер где? Куда ты его спрятал? Давай, братанчик, выходи, давай, быстро. Я за 0.03 готов его ловить уже, алло. Братан, алло. Изи, ноут, скобы, пацаны, вот так вот, вот так вот. Давай читы хотя бы, читы хотя бы выруби. На. Подожди. Пять пальцев сыграл. Просто закошмарил агростримера, братанчик. Ой-ой-ой-ой, я пишу Акселеболдом, чтобы забрали просто твой Трэшер Хантер на мой аккаунт. У меня вебка сломалась, брат, я отвечаю. Увидишь, я тебе говорю, ты мне вебку сломал. Пошел, понял, пошел нахрен. Пошел в жопу никакой, я тебе Виктор Хадрать не буду. Ты сам нахуй сказал, что ты играешь с читами. Ты сам сказал, что ты играешь с читами. Как я могу читера дать, а Виктор Хадрать бесчестно со мной сыграть по тому времени. Пошел ты в жопу, понял? Пошел в жопу, не зови больше меня никогда, все. Он вышел из дискорда. Блин, алло, в смысле, где ты? Блин, спасибо, что посмотрели. Вот просто спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, кого пригласить еще. Ну а мы к концовочке идем. По-моему, для Куалы это было изи, пацаны. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Мы сыграли против агростримера. Это была первая битва снайперов. Ну что ж, пацаны, надеюсь, рубрика зайдет на нашем канале. Напишите в комментариях, против кого сыграть в следующий раз. В итоге прошлого конкурса на 1000 голды, вот этот победитель, он просто под прошлым видео написал комментарий, поставил лайк и выиграл для себя 1000 голды. Ну и, конечно же, подписался на канал. Ты можешь также, но уже забрать дорогущий набор за 3500 рублей Galaxy Bundle 3. Просто с вот этим вот крутым ножом, пацаны. Вот этим вот крутым ножом ты можешь его себе забрать. Но, а если ты еще не поставил, то поставь лайк и пересмотри это видео. Кстати, не забывай, что на канале есть еще вот эти вот видосики. Перейди, посмотри вот эти вот видеоролики. Их точно нужно посмотреть, они просто топовые. Ну и, конечно же, друзья, с вами, как обычно, была Куала. Я Саша Скилл, и всем до скорого, друзья. Всем пока. Ну и не забудьте подписываться на мой телеграм-канал. Там, кстати, розыгрыш проходит на 5 ножей. Всем пока. Увидимся в новых видео.